Ребяточки, всем привет! Всех вас целую, люблю, долны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет обзор, очередной обзор. В этом обзоре будет очень много новинок, начиная с размера нормы, заканчивая размерами баталами. И, в общем, кратко, для тех, кто меня смотрит в первый раз, объясняю, как происходит заказ. Вы посмотрели мое видео. Если вам что-то понравилось, что-то вас заинтересовало, вы мне пишите в WhatsApp все, что вы хотите. Пишите свой адрес, индекс. Кто будет посылочку получать, я ее оформляю, присылаю вам трек-номер для отслеживания и считаю товар с почтовыми расходами. Высылаю карточку, вы оплачиваете, я посылочку отправляю. Почтовые расходы я плачу здесь при отправлении, вы при получении ничего не платите, просто забираете с почты посылочку и все. Вот так вот просто все происходит. Зовут меня Юля, отправляю я посылки с Карачаевой Черкесской Республики, живем мы между Ставропольским краем и Краснодарским краем. А у меня ИП, номер своего ИП я закрепляю в первом комментарии под видео, WhatsApp в названии ролика. И, в общем, девчата, поехали. Первое, что у нас идет, это повтор тунички бамбук в повторе, но уже в других расцветках. Кто пополучал, их до сих пор по сегодняшний день спрашивают. В общем, цена их, девчата, 1000 рублей. Размеры идут с 50 по 60. Размером своим соответствует. Ткань, девчата, это называется бамбук, очень приятная. Кто уже пополучал, они отписались. Какая, девчата, как пишут, Юля, какая здоровская туничка. Очень приятная, мягкая такая. И, в общем, цена их 1000 рублей. На мне, получается, идет синий леопард с 50 по 60. Эта же туничка у нас идет вот в таком вот леопарде, тоже с 50 по 60 размер. Из того обзора, девчата, то, что осталось... В общем, смотрите, в таком цвете размер 50-52, в такой расцветке одна осталась в 60 размере, одна в 50 размере, и горох у нас размер 50-52. Вот, это вот эти вот тунички, цена 1000 рублей. Альтернатива хоть халату, хоть, да хоть куда угодно, это уже выглядят они очень прилично. Ткань очень-очень, девчата, приятная к телу. В общем, первый вариант. Леопард синий, леопард тот, который я показала. И вот эти вот остались по несколько единиц. Размеры я вам сказала. Цена 1000 рублей. Второй вариант у нас, девчата, идут вот такие вот костюмы. Тоже в леопарде. Они в двух расцветках. Я обе расцветки вам померяю, покажу. В общем, юбка у нас идет шифон. Футболка у нас идет трикотаж. Вот такая вот вставочка. Тоже это, девчата, шифон у нас. Можно вот, вот так одевать. Размеры с 48 по 56. На юбке, девчата, разрез вот такой вот. Шикарный костюмчик. Цена 2500. Юбка шифон. Футболка, девчата, идет трикотаж. На мне первая расцветка. И вторая расцветка. Вот в таком вот цвете. Тоже в леопарде. Размер с 48 по 56. Можно вот так. Можно как хотите, как угодно. Разрез такой, не вызывающий, но интересненький. Сейчас, девчата, леопард, это просто тренд по городу. Все в леопарде, всяком, всевозможном. И причем леопард в разных очень расцветках. В общем, с 48 по 56, второй вариант, вторая расцветка по второму варианту, цена 2500. Третий вариант, девчата, платье. Это чистый хлопок. Здесь нету грамм синтетики. Причем эти платья не садятся после стирки. На лето, девчата, на море. Я когда брала, девчата брали на море. На море эти платья везли. В жару какая синтетика, смотрите.
И размеры у меня идут по этим платьям с 54-го полномерные девчата размеры по 58-й размер. И это платье у нас цена 2000, третий вариант. По этому платью у нас идет две расцветки. Это у нас газетный формат. На мне цвет хаки. И это платье цвет вот такое вот топленое молоко или беж. Светлый беж его можно назвать. Вот расцветка газета. На лето это просто, девчата, шикарно. С 54 по 58 размер. Так смотрится со спинки. Здесь, девчата, затягивается по фигуре. То есть, сколько вы хотите. Кто хочет ориентироваться по моим объемам. У меня, девчата, объем груди 108, бедра 117. Вот, на мне 54 размер. Чистейший хлопок. Без грамма синтетики. Третий вариант. Цена 2000 рублей. Четвертый, девчата, вариант. Халат-рубашка. Тоже в газетном формате. Это у нас чистый хлопок. Тоже нету грамм синтетики. То есть на лето это вообще просто прекрасно. Просто, девчата. И невесомая, и к телу приятная. В жару. Без синтетики. Цена их 2000. Тоже идут, девчата, размеры с 50-го, ой, с 54-го по 58-й размер. Но присылайте свои объемы. Вот, потому что лучше работать по объемам. У нас не все понимают свой размер. Я вам буду ложить именно по вашим объемам. С тем учетом, что удобно было двигаться, сидеть, стоять. Шикарные. Халат-рубашка. Платье-халат, в общем, как угодно можно называть. Длина 1,25 м от плечевого шва. Такая вот расцветочка у нас. Четвертый вариант, цена 2000 рублей. Пятый вариант. Вот такие вот у нас идут костюмы с бриджами. Цена у них 1500. Размеры, девчата, идут с 54 по 62 размер. В общем, смотрите, у нас здесь идет туничка. Все закрывает, девочки, прикрывает. Размерам соответствует. Вот такая вот туничка идет. Это у нас ткань холодок, замочек. Замочек у нас именно действующий. И вот такие вот капри идут. Капри у нас идут трикотаж. Туничка у нас идет, ткань холодок. Такая приятная-приятная. Вот видите. Карманы есть. Тоже костюм шикарный. Для дома, для лета, на природу, куда угодно. С 54 по 62 размер. Цена 1500. Шестой вариант, девчата. Вот такие вот костюмы. Они идут с 50 по 58 размер. Это у нас трикотаж. Трикотаж такой стретчевый, очень хорошего качества. И эти костюмчики у нас в двух цветах. Туничка такая длинная, видите, тоже все закрывает, прикрывает. Шикарные. И вот в такой расцветке. В общем, с 50 по 58 размер. Цена 1500, шестой вариант. Трикотаж, девчата, именно качественный, не тот трикотаж, который поведет после стирки. Плотненький такой, хороший, эластичный, с добавлением стрейча. Седьмой вариант. Вот такие вот платья. Ткань у нас идет Сингапур.
ткань шикарная, девчата, не гладить не надо. Простернули, одели. Рукав вот такой вот идет, видите, слегка ниже локтя. И хороший размерный ряд с 58-го, девчата, по 64-й размер. Размером обычным российским соответствует. Два кармана. Разрезы вот такие, полукругом низ идет. Вот такой воротничок. Видите? И это платье у нас цена 2400. Оно у нас идет в двух расцветках. Рукав у нас вот такой вот идет на пуговичке. Принт, одуванчики. По низу идут одуванчики. И здесь идут одуванчики. Это, девчата, у нас темно. Нет, это черный цвет у нас. Я прошу прощения. Это платье в черном цвете. И это у нас цвет мята. В общем, две расцветки по этим платьям. С 58 по 64. Цена 2400. Восьмой вариант платья. Это у нас, девчата, идет лен. Ткань лен. Цвет джинса. Лен искусственный. Размеры баталы. На мне 62-й, девчата, размер. А размерный ряд тоже идет очень хороший. С 62-го, девчата, по 68-й размер. Цена этих платьев 2000. Вот такой вот цвет называется он джинса. Рукав у нас идет. Смотрите. Можно его просто носить. Можно его на пуговичку вот так вот застегнуть. Ничего лишнего. Два кармана. По весу тоже вот просто невесомое. Я не знаю, грамм, наверное, 200 это платье весит. И хорошие, девчата, размерные ряды. С 62 по 68 размер. Но присылайте свои объемы. Цена 2008 вариант. Девятый вариант. Вот такие вот тунички. Это у нас идет штапель. В едином, девчата, размере. Размер их 50, 52, 54. Здесь еще идет поясок каждой тунички. То есть пояском уже регулируйте по своей фигуре. Либо можете носить вот просто так. Без пояска. И, в общем, очень много расцветок по этим туничкам в девятом варианте. Цена у них 600 рублей. Вот в таком вот цвете бирюзово. В красном. В желтом и в синем. Все вот эти цвета по туничкам есть. Размер единый. 50, 52, 54. Цена 600 рублей. Девятый вариант. Десятый вариант. Тоже платье, размеры баталы. На мне 58 размер, российским обычным размером соответствует, но присылайте, девчата, свои объемы. Длина платья 1,30 м. Размерный ряд идет с 58 по 64. Цена 2000. Рукав хороший, длинный. Длина, девчата, отличная, хорошая. Ткань это называется масло. Это летний вариант, то есть платье легенькое, облегченное. 58 по 64 размер. Расцветочка такая интересная. Тоже ничего лишнего. 58 по 64. Десятый вариант. Одиннадцатый вариант. Платье штапель. Батальная версия. Грудь 150, девчата, в объеме. Бедра 2 метра. Два кармана. Длина 1,30 м. То есть вот именно по штапелю это самые большие размеры. Больше их уже, девчата, не существует. Рукав очень широкий. Так. И смотрите, вот такой воротничок у нас идет. Идут пуговички только до сюда. Здесь у нас идет все сплошное.
Цена 1500, 11 вариант. Бедра 2 метра, грудь 150 в объеме. На мне первая, девчата, расцветка. Яркая такая, летняя. Первая расцветка. Вторая расцветка по этой модели. Третья, девчата, расцветка по этой модели. И четвертая расцветка по 11 варианту. В общем, 4 расцветки, девчата, по этим платьям. 11 вариант, цена 1500. 12 вариант, девчата, тоже платье у нас. Батальная версия, грудь 150, бедра 2 метра. Карманчики у нас здесь идут. Это у меня повторы и уже не в одном обзоре, но их постоянно просят. Потому что бывает, возьмут одну расцветку, посмотрят, понравилось, постирали, не село. Вот, потом пишут: Юля, давай в других расцветках. И, в общем, это платье 12 вариант, цена 1500, длина 1,30 м. И оно у меня идет тоже в трех расцветках. На мне черный цвет. Это же платье в синем цвете и в бордовом цвете. Рукава широкие, именно батальная версия. Штапель, девчата, тоже легкий, вообще просто невесомый. И расцветочка под пичворк. Видите? Цена 1500, 12 вариант. Тринадцатый вариант. Штапель. Родные размеры 56-58. Два карманчика. Длина 1,25 м. На рукавах, девчата, вот такие вот завязочки идут. Вы можете либо завязать там на бантик, либо на узелок, как угодно. Родной размер 56-58, цена 1500, 13 вариант. И по этой модели тоже очень много расцветок. На мне первая расцветка, это цвет горчица, вот с такими вот кругами. Это же платье у нас идет вот в такой расцветке. Вторая расцветка по 13 варианту. Третья, девчата, расцветка по 13 варианту. Зебра, то есть модель все то же самое, только разные расцветки. И четвертая расцветка по 13 варианту. В общем, 4, девчата, расцветки. Горчица, зеленый цвет. Зебра. И на синем фоне вот такие вот цветочки. Цена 1500, 56, 58. Моделька тоже удачная. Все какие-то проблемные места. Все закрывает, прикрывает. Цена 1500. Четырнадцатый вариант. Это у нас тоже штапель. Длина 1,30 м. Вся полностью, девчата, идет на объем 150. Тоже очень яркие расцветки. Цена 1500, 14 вариант. И эта модель у меня в трех расцветках. На мне первая, девчата, расцветка. Вторая расцветка. И третья расцветка. Три расцветки по 14 варианту, цена 1500. Полностью моделька идет прямая, и в груди 150, и в бедрах 150. И вот такая вот хорошая, девчата, прекрасная длина. 1,30 м. 15 вариант. Штапель. Размер, девчата, 56-58. Длина 1,20 м. В двух расцветках. Зеленая клетка и цвет горчица. Две расцветки по 15 варианту. Цена 1200. 16, девчата, вариант. Уже многие эти платья знают, многие пополучали.
Это у нас идет полностью платье, все ажурное, просвечивается только рукав. Идет у нас подклад, длина 1,20 м. И, в общем, смотрите, размеры норма, это только 50-е, девчата, и 52-е размеры остались, 50-52. У них цена 2200. И я привезла по многочисленным просьбам размеры баталы. Размеры баталы у нас идут с 58-го, девчата, по 64-й. Размеры реальные, российские, размерам соответствуют. И, в общем, размер, батальная версия этих платьев стоит 2500. Размер норма 50-52, цена 2200. И, в общем, все платье идет у нас вот такое вот. Это не тот противный гипюр, где любовую затяжку видно, ни сесть, ни встать невозможно. Отзывы, девчата, по этим платьям просто шикарные, великолепные. Наоборот, пишут вот все: ой, Юля, спасибо огромное за такое платье, такая цена, а такая красота. Вот видите, полностью оно идет все такое. Внутри у нас идет подклад. Подклад у нас идет хороший, стретчевый. Оно не просвечивается совершенно. И, в общем, размер норма, цена 2200. И размеры супера с 58 по 64 батальная версия 2500. Семнадцатый вариант платья. Длина его 1,20 м в черном цвете. Эти платья очень стройнят. Размеры у нас по ним идут с 50 по 58 размер. Вот так вот смотрится со спинки. Два карманчика. Вот такой вот принт. Это вообще карманы у нас идут. И вот этот вот принт, он, видите, как бы вот так вот. Как бы делает талию гитарой, да? Очень худят, стройнят и в то же время свободные. Цена 2500. Это у нас идет отменный, просто качественный трикотаж. С 50 по 58 размер, 17 вариант. Восемнадцатый вариант. Платье-халат или халат-рубашка. Рукав можно носить длинным. Вот так вот он застегивается. Можно, девчата, делать это вот так вот. Размеры с 52 по 58 размер. Можно вот так вот застегнуть на пуговичку рукав. Видите? В газетном формате. Цена их 2000. Они у меня в двух расцветках. С 52 по 58 размер. 18 вариант. Первая расцветка. И вторая расцветка. Во второй расцветке, девчата, с 52 по 54 размер. Рукав также трансформируется. Можно длинным носить его. Можно его вот так вот на вот этот хлястик застегнуть. Цена 2000. Тоже в газетном формате, но уже такой более цветной. Первый был просто черно-белый. Это у нас материал штапель идет. Очень хороший штапель. Прям отменного качества. Вот такая вот длина, на невысокий рост, подойдет смело. У меня рост 1,62 м, если вы хотите ориентироваться. В общем, в этой расцветке, девчата, с 52 по 52 и 54 размер, именно в этой расцветке. 19 вариант. Это у нас идут размеры баталы. Именно в этой расцветке, девчата, платье есть в 62 размере и в 66 размере. Обычным российским размерам соответствует. Вот такой вот карманчик. Но это вот, знаете, больше как бутафория.
А так карманы у нас идут обычные здесь. В общем, в этом цвете 62-66 размер. И в этом цвете, девчата, в синем цвете такое платье, 64 и 66 размер. Цена 2300. Платье штапель, 20 вариант, длина 1,30 м. Это у нас, девчата, размер 56-58 на 54. Ну, конечно, оно, оно большеватое такое. Но кто прям любит сильно, прям свободно, то можно и на 54. А так родной размер 56-58. Вот такая роза у нас проходит на все платье. Так выглядит со спинки. Цена этого платья 1000 рублей. 20 вариант. Двадцать первый вариант. Платье с капюшоном. Длина 1,25 м. В едином размере, девчата, можно одевать 54, 56 и даже 52. У него такой фасон, видите, вот оно трапециевидное идет. Цена 1200. В трех расцветках. Рукав идет на резиночке. Капюшон можете одевать, можете не одевать. И это платье в 21 варианте идет в трех расцветках. В рыжем, как на мне, в зеленом цвете и в темно-синем цвете. В общем, три расцветки по 21 варианту. Цена 1200. Дальше, девчата, тут у нас уже представлен полностью образ. Тут и юбка у нас идет, и кофта. Сейчас я вам все ближе покажу. Вот такая кофточка, невесомая. Это чистый, девчата, хлопок. Тоже грамм синтетики здесь нет. Эти кофточки у меня, это размер идет единый, 54-56. Рукав идет, как летучая мышка. И эти кофты, девчата, вот в белом цвете на мне. Просто вот нежнейшая. Так, в цвете горчица вся, видите, вот такая вот. Невесомая. И эта же кофта у нас идет в цвете горчица. Я вам все расцветки перемерю, все покажу. Цена такой кофточки 1600 рублей. Это вот ну невероятно, невероятно, девчата, красивые. Смотрите, какая вышивка идет. Рукав летучая мышка. Размер 54-56. Цвет, и цвет горчица красивая. И цвет джинса красивая. И белая очень-очень нарядная. И также у нас идут юбки. Юбки тоже невероятно красивые. Что это, что последующее я вам буду показывать. Рост у меня 1,62 м. Вот такая вот длина юбки. Идет она у нас на резиночке. И эти юбки у нас идут в едином размере. Размер 50, 52, 54. За счет того, что здесь у нас идет резинка. Это, девчата, у нас идет гипюр. Но опять же, гипюр не тот, который, которому все цепляется. От него затяжки. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая красота. Размер 50, 52, 54. По этой юбке, по длинной. Здесь у нас идет подклад. Подклад вот такой вот длины. Вот видите. Ничего не просвечивается. Смотрится, ну вообще просто. Невероятно дорого-богато. По летнему, по воздушному. И кофточка такая. В общем, юбки, цена этой юбки 2000. Кофточка, цена, девчата, 1600. Так смотрится со спинки. Дальше, девчата, юбка у нас идет. И я буду просто эти разные кофточки менять. Юбка, второй вариант, в пол. Рост у меня 1,62 м. Вот такая вот длина.
Юбка у нас идет на резинке. Тоже размер единый 50, 52, 54. Если ориентироваться по моим бедрам, девчата, у меня 117 бедра. Вот. Меньше, да, больше уже 120. Это уже, девчата, не подойдет. Вот до 118 просто смело. В общем, юбка у нас идет воланами. Ничего лишнего. Просто в черном цвете. Вот так вот она идет у нас с воланами. Также цена 2000, размер единый, 50, 52, 54. Юбка подходит прямо на очень, девчата, высокий рост, на очень. У меня 1,62 м, и то я ее подняла по самой, как говорится, не хочу. Вот. И мне получается вот она ниже щиколотки. И также у нас кофточка. Вот так вот смотрится в цвете джинса. Юбка 2000, кофточка 1600. Кофта, вот ее просто на себе, я не знаю, наверное, ее вес грамм 100. Это тоже чистый хлопок. Цвет джинса. Третий вариант юбки. Ну и также, девчата, кофточка. Вот это вот из хлопка в горчичном цвете. Третий вариант юбки. Это у нас тоже идет гипюр. Ну, гипюр именно хороший. Не вот тот гипюр, я же говорю, где затяжки и все-все-все, не сесть, не присесть. В общем, смотрите, эта юбка у нас уже идет покороче. Кто сильно длинные не любит. На мне юбка в бежевом цвете. Точно так же она вся просто вот ажурная. Невероятно, девчата, красивая. Смотрите. Подклад. Подклад не просвечивается, ничего не видно. И третий вариант юбки у нас идет вот в бежевом цвете, как на мне. И точно такая же юбка по такой же длине в черном, девчата, цвете. То есть длинные просто в черном цвете, которые покороче, в беже они идут и в черном цвете. В общем, смотрите, тоже размер единый. 50, 52, 54. Они тоже идут на резиночке. Я сейчас замерила по своей талии. То есть мне вот все, оно в самый раз. Дальше по размеру она больше не пойдет. Талия у меня, девчата, 96 сантиметров. Вот 96, ну еще может быть 97-98 пойдет по талии. Выше не пойдет. Ниже, да, девчата, за счет резинки, вот я же говорю, она даже не то, что с 50 по 54. Эти юбки также и на 48 размер подойдут вот за счет вот этой вот резинки. В общем, скажем так, что все юбки, что у меня есть, с 48 по 54. По талии не больше 98 сантиметров. Больше 98 уже не подойдет. У меня 96. И, в общем, юбка в третьем варианте, точно такая же длина, идет еще и в черном цвете. Смотрите, какая прелесть. Это, девчата, невероятно красивые юбочки. Я увидела, я в них влюбилась. Мне и длинная нравится, мне и эта нравится длина. Я к длинному нормально отношусь, к длинным вещам. И вот эта кофточка, как она смотрится в цвете горчицы. Она и под черную юбку. В общем, все вот эти цвета, вообще вот эти самые такие обалденные цвета, этот джинса, горчица и белый цвет. Видите, и под черную юбку, как они подходят, эти кофточки. И под, вот смотрите, и под беж. Тоже вот эти все цвета под беж подойдут. И белая, и джинса, и горчица. Грамм 100, девчата, весит эта кофта. Именно вот прям по летнему. Размер 54-56. Это у нас идет единый, девчата, размер. Туничка. Микки Маусы. Цена, девчата, 700 рублей. Размер единый 50-52-54. Это у нас трикотаж. Ну, трикотаж достаточно такой хороший, слегка со стрейчем. И эта туничка у нас идет в четырех расцветках. На мне серая полоса, синяя полоса,
чисто желтом цвете и в коричневом цвете. Цена их 700 рублей. Длина, девчата, вот такая. Вот, кстати, капри лосины также у меня есть. Вот, смотрите, на мне капри. Это идут с блестящей полосой. И они у меня идут с размера 48, начиная, и до 58. Цена на капри 500 рублей. Они так приятно, хорошо облегают. Здесь идет больше хлопка. Ну, конечно же, идет стретч, чтобы они хорошо растягивались. И, в общем, они у меня с 48 по 58 размер. Что хотела сказать, капри 500 рублей, лосины такие же 600 рублей. И также, девчата, есть большие размеры, это с 58 и выше, они идут просто в черном цвете. Капри также 500 рублей, лосины 600 рублей. В наличии есть, они также сейчас актуальны, под какие-нибудь тунички. Костюм Боха. Девчата, в цвете электрик остался один, единственный. Вот, это на мне 52 размер. Но он смело 52-54. Потому что Боха, оно такое вот, знаете. Разрез на юбке идет с одной стороны. Здесь есть такой бантик, но он снимается. То есть он на булавке, его можно либо отстегнуть, либо пристегнуть. В общем, костюм Боха один-единственный в одном цвете, в смысле, в цвете электрик 52-54. Ну, он идет 52, но на 54, девчата, идет смело. Такая вот кофточка летучая мышка. Юбка очень интересного пошива. Два кармана. Так смотрится со спинки. Цена 3200. В красном, девчата, цвете. Один остался 50 размер и один в красном цвете 52. Тот, который на размер 50, подходит смело 50-52, а размер 52 подходит смело 52-54. В общем, в красном цвете два костюмчика осталось. И хорошо, девчата, брали. Цена также 3200. Ну и на этом я, девчата, буду закруглять свой обзор. Последнее, что показываю. Это у меня платье Сингапур. Вы уже многие их знаете, но осталось два размера. Вот в этом цвете у нас идет 50 размер. Размером обычным соответствует российским. И вот в таком вот цвете остался 52 размер. Плечики у нас открытые. Вот. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. WhatsApp, девчата, свой оставляю. Пишите. И будем работать. И дальше видео, девчата, у меня осталось. Я выкладывала на днях обзор с тюлем. Там у меня были остатки. Тюль был по 250 рублей. Осталось у меня два отреза. Вот, видео я поставила тогда в закрытый доступ, потому что люди начали писать очень много по тюлю. Его уже не было. То есть тех вариантов, которые хотели, их не было. И вот два отреза. Там один на 7 метров, один на 2 метра. Всем пока-пока. Седьмой вариант. Цвет шампанского. Высота 2,70. Отрез больше 2 метров, но я считаю как 2 метра. Цена 500 рублей. Седьмой вариант. Просто цвет шампанского. Вот такой вот рисунок. Седьмой вариант. Там почти 2,5 метра. Но, девчата, вот эти все сантиметры, это я ничего не считаю. Считаю как за 2 метра. Десятый вариант. Тоже цвет шампанского. Высота 2,70. Отрез 7 метров. Цена 1750 за отрез 7 метров. Тоже в цвете шампанского. Высота 2,70. Отрез 7 метров, девчата.